Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы вскроем коробочку с блоком питания Magic Safe 45-ваттным. Подходит он для MacBook Air нового поколения, вернее поколения 2012 года. И в 2013 году тоже он подойдет. Коробочка красивая, замечательная, вся беленькая, как и все у Apple. В комплекте сам блок питания и два переходничка идут. Сделан он, понятное дело, в Поднебесном Китае. На заводе Уайтон. По привычке скрываем аккуратно. Почти. Внутри этой замечательной белой коробочки идет, собственно говоря, сам блок питания. Аккуратненький такой, с разъемом Magic Safe. И переходничок. И шнур. То есть можно подключаться либо через этот переходник, либо с помощью этого шнура. Ну и, естественно, для самых одаренных подробнейшая инструкция на английском и китайском языке. Спасибо за внимание. Покупайте технику Apple.